Заяц на пруду качает павшую звезду. Там цапля или лебедь. Смотри, он прям как шею вытягивает. Всем привет, мои хорошие. Ну что, все, мы уезжаем. Это мусор надо выкинуть. Собран чемодан, очень тяжелый оказался, потому что я понапихала всего. Рюкзак тоже, ну там две бутылки воды. Вот. Макс турист, да. Вот, сейчас он приберется еще в комнате у себя. Тут у меня порядок еще, вот, надо не забыть сумочку. Тренировочную одежду всю перестирала Макса. И у меня еще пауэр заряжается. Что-то как-то долго очень. Ну, сколько получится, столько и... Я еду в костюме вот в этом. Сейчас я вам покажу. Я еду вот в этом костюме. Теплую кофту я убрала с собой в чемодан. Макса тоже кофточку, если на вечер. Очень я, конечно, схуднула. Вот. Все висит, даже этот костюм висит. Чё? Ничего. Вот. А ты не будешь эту мазь брать? Могу Макс заболела бедро. Мазь, на, забирай. Я вообще все. Вот. На вот эту футболку тоже. На в стирку отнеси. Угу. Вот. Так что мы стартуем. Что опять? Боже. Ой, вот такая опять загорела. Я накрасила брови, просто не обращайте внимания. Я сегодня без макияжа взяла с собой косметику. Я хоть камеру протру. Взяла с собой косметику, так как, ну, а смысл мне брать, ой, точнее, краситься сейчас, если мне умываться вечером. Мы сейчас едем через Курск. Сначала до Курска на электричке, а потом на поезд. Я подкрасила так сильно, что, наверное, ну, они же подсмоются в любом случае. А завтра я уже накрашусь, и будет не так ярко казаться. Вот, вымыла сегодня голову. На Озоне заказала шампунь и бальзам шаг 1, шаг 2 от фирмы Dove. Вот, что хочу сказать, бальзам у них очень жирный, его прям тщательно смывать надо, но так как у меня бальзам раньше пришел, я им уже попользовалась, уже знаю, как с ним работать, а шампунь мне пришел только, ну, как бы я забрала его только сегодня, вот, и я так тщательно помыла шампунь, я еще не поняла, но в принципе норм. Потолок живой, мягкий, ничего не могу сказать, потому что я работаю и с феном всегда, высушиваю только феном и утюжком, плойкой, поэтому они как бы... Да, я ее забрала с собой. Вот. У меня еще сегодня очень сильно болит века, вот здесь вот, но она у меня часто болит, два раза уже капала капли. И я так думаю, что каким-то вот на работе, я когда работаю, там очень сильные ветра все равно. И что-то мне вот, видимо, надувает, может быть, что-то даже аллергическое, я не знаю. И я взяла с собой тоже глазные капли, поэтому я не хочу даже сегодня краситься. Вот. Ну, спасибо, что смотрите, переживаете за нас. А через минут 40 мы будем стартовать. Мы поедем. Пока мы доедем туда, пока мы вызовем такси до туда, до вокзала, потом в электричку сядем, уже расслабимся. Ну вот. Нет. И... Ну все. Ждите нас в электричке. Подари мне первый танец. Брови, конечно, у меня жесть. Сильно.
мощно. Ну ладно, так смоется. Как обещала, видео с электрички. Вот такое у нас место, расположились. Настя у нас читает, Надя сидит, что-то там смотрит. Мой чемодан, тут у нас мусор. Тут рюкзак, там что-то Макс жует. Вот, а Настя читает. Мы сейчас в Сараевке. Глухомань. Просто глухомань. В Курске. Мы уже поели. Сходили на фудкорт, приехали на такси. Тут 10 минут добираться. Сейчас выезжаем обратно на вокзал. Там купим продукты и едем уже на Москву. В Москву, точнее. В общем, на соревнования. Жаким звучит. Просто нам только делали прическу. Ее спортсмены должны быть внимательны и избегать любых столкновений на танцевальной площадке. Следите за кодой.